Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки, лутаем топовые вещи и радуемся их реализации. Но начну я сегодня с эпохальных сундучков. Итак, сундучок с гробницы Саргероса принес ненужный плащ. Сундучок с Анторуса принес ненужный шлем. Браво, просто гениально и идеально на самом деле. Я, конечно, оставлю его ради эквипа и трансмогрификации, конечно же, топовой прямо, да. Ну что ж, две неудачи, третья должна быть удачливей вещица, которую я получу. Поехали. Вообще зависло все. А, это наручи. Можно смело ДК удалять. Я в наручах, запястье. Алло. Хотя я хотел наручи себе с целью того, чтобы еще крита добавить в сете, где я гоняю с Агромаром и Сефузом. Ну, с целью того, чтобы типа от крита было еще больше скорости передвижения. Да, конечно, не таким способом я хотел крит добавить себе, если честно. Да. Сколько надо? Триллион с 80 до 81. Неплохо. Проверяйте, сейчас на Вара, Друля и Паладина будут падать релики там, я не знаю. Тринки топовые, конечно, снстов не особо падают, но все же. Сейчас что-нибудь начнет реально классное прям падать. То, что именно на ДК мне надо. Ну что, поехали. За воина вскрываем. Что это? Каска 65-я. Я, наверное, даже экипирую ее. Сет разобьется. Ну, подумаю, если честно. Надо подумать. Касательно такой смены предметов. Нормально, просто кошка падает с подоконника. Ей по кайфу. Идем дальше. Идем на паладина. Ну что? Поехали. Что это? Это релик, конечно же, это релик. Паладина, да, это, конечно, это надо, это прям топ-лут, что дает, ну, так-то норм. Какой у меня артефакт на паладине? Ну, апну через тигель, будет 987-й. Отлично. Гениально. Ну и осталось вскрыть сундучок друиду. А потом самому можно вскрываться после такого лута просто. Ни с сундука эпохального, ни с сундука недельного, на ДК я ничего не влутал. Минус неделя. А может, удача повернется ко мне лицом сегодня, и я пролутаю видение Амантула? Маловероятно, но возможно теоретически. Ну да, то есть в друида и в паладина вещи, которые я сразу экипирую. В вара псевдо небольшое улучшение с разбитием сета. В ДК слот тот, где у меня висит легендарка, которую по факту ты не сменить. Запястья это являются весьма хорошей легендаркой на ДК. И ее смена на самом деле сильно скажется на всех, так сказать, процессах как выживания, так и ДПС. Печально, если честно. Но ладно, и так гир высокий на самом деле. Куда же еще-то выше, действительно. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, хорошего вам недельного лута и всего-всего прочего. Заходите на стримы, заходите в ВК-группу, в ВК-группе розыгра жетона. Может, кому-то из вас повезет. Буду только рад на самом деле.
Ну что, до следующей недели, сундуки. Я еще встречусь с вами. Да-да-да.